Так, а кто на миде стоит? Морф, наверное, да? Или ДК? Блин, классный трек. Не, морф на миде. Как-то так это и было, в принципе. Я пришел. Еще раз спасибо за стрим. Еще час не прошел, кстати. Не знаю, по как у тебя время идет. Может быть, ты там под спидами или зачем, но час еще точно не прошел. Может, устроишь игру. Быстро хаваешь. В группе в ВК сделаешь голосование или в донатах тебе будем отправлять. Спасибо, а да ты уже не сам хочу решишь, пока. Что и как. Я честно не хочу пока никаких челленджей. Спасибо за предложение и за донат. Не, пока челленджей не будет. Вот, но не, челленджи не хочу что-то. Пока что. Блять, спасибо еще за 5 кэсов, братан. Спасибо за приятные слова и за такие подгоны. Я не успеваю, тут еще косарь заехал. А теперь в честь переписи Конституции РФ. По старой доброй традиции равно БХС смарч смарч смарч. Спасибо за донат. Что, блять, происходит? Погонишь? О. У меня больнее пиздюля, брат. Только я рейнджового не забрал из-за того, что у меня милишный дебил мессанул. Можем забрать. О, пошел фарм с килочками. 5-0 уже, обратите внимание. Обратите внимание на счет. Долбоеб с телегой уже 0-2. Это как бы показатель, как обычно. Никто меня не остановит. Бегай, не бегай, фарми просто, забей. Пусть они, блядь. Я думал, медленнее буду кушать. Есть агрешка? Но слов не получилось. Все, маны нету. Неплохо ты хаваешь. Спасибо за донат и за 5 кэсов. И еще сверху сейчас. А то прошло минут 15, наверное. Потому что ты хавать собирался в конце прошлой игры. Поиск плюс пики, и тут ты уже здесь. Можно было куру подрезать, но я не хочу. Блин, какая сильная музыка, классная. Мне бы сейчас ДД найти. Я бы даже под башню на морфа прыгнул. ДД на топе было бы идеально. Он же не знает, правильно. Надо слот освободить.
5. Сейчас шваркнем, пацаны. Сейчас по красоте отработаем. А давай че? Перестрелочка где-то, ебать, небольшая. Дальненько так просыраешь. Оно сол, можем попробовать забрать. Да. Ускорение. С дороги. Узнай, чего ты стоишь. ВП приебали. Ума на сварке случайно нажал БКБ на фонтане, когда они ломали базу. Я в ахуе. Блин, я попаду в нарезку. XD. Блять, ну есть все шансы, я тебе так скажу. Хоть и не я этим занимаюсь, но знаешь, глядя на тебя, на твои вот эти вот выступления с вот такими вот донатами, то у тебя, мне кажется, более чем все шансы попасть. Да. Вижу, конечно. Да. Просто слизан. Вот настоящий. Владимир Путин. Политик, лидер. Наш бой next door. Страну поднял. Россию. Да, что? Не предал. Владимир Путин. Политик лидер. Наш бой next door. Страну поднял. Это пиздак. Россию. Да, что? Не предал. Скинул шмотку. Я не свергну тебя. Смерть чародейству. Иду. Сколько там? 0,5 дура бегает, да? Хорошо. И правда хорошо. О, хорошо. Присесешься к нему? Бьем.
Да, спасибо за донаты, я все перечитаю, я просто не успеваю. Тут минеры бегают, мне очково немного. Да. Стабаться. Это ульту прожмешь, типа. Блок. Ладно, ведь тебе похилилось пару. Понимаю. Что за звук? Привет, Олег. Это мой первый донат. Никогда не донатила стримерами. Очень прошу тебя, пожалуйста, сыграй следующую игру на пудже. Перед сном посмотреть и спать пойти. Завтра на работу. Не, ну байт так неплохой, не конечно. Спасибо тебе за стрим. А чё не на карантине, чё не дома? Особенно, когда нет гачи-драчеров. Спасибо за донат. Честно сказать, на пудже следующую маловероятно, что я поеду. Не особо горю желанием играть на пудже. Пока здорово. Что. Усатый мастер подземелий. Я тут заметил, что у всех топовых стримеров в чатике есть топовые отбросы. У Папичи это предел. У тебя это бананчик. Тройной БХС в чат. БХС, БХС, БХС. Спасибо за донат. Ну, обиженные они везде есть, понимаешь? Здорово, это нормально. Усик. Вот ты вчера говорил, что на шишер лучше собирать диффузы, чем дизоли, а вот я тебе так скажу, что с диффузами вивер убивает более дольше, чем с дизолью, а это его основная цель в игре, я просто на нем задрю и пробовал собирать твою сборку без дизоли в лейтиум нулевый, к сожалению, имха не более. Спасибо за донат, причем здесь лейти, если диффуза делаются на быстрый сноубол. То есть дизолятором ты не можешь догнать куда? Врага, потому что он убегает. С диффузами у тебя больше шансов. Ты замедляешь чувака, вешаешь жука, чувак не двигается, и ты его бьешь. Это первое. Второе, диффуза это вообще не лейт айтем. Это айтем как раз таки на быстрый сноубол, на максимальный импакт в начале игры. То есть ты после диффузов при желании можешь дизоль купить. По поводу убийства АФК цели, ну как бы знаешь, тут не нужно быть гением, чтобы понять, что очевидно, если ты будешь бить АФК цель, стоящую на месте, то с дизолятором у тебя будет урона больше, чем с диффузами. Это очевидно, но от тебя обычно герои убегают, и ты не можешь как бы их постоянно АФК бить. Поэтому диффуза, они лучше на вивера для сноубола в начале. Для сплитпуша лучше диффуза, то есть сноубол это не сплитпуш, не надо путать. То есть именно для сноубола диффуза лучше. Никто меня не остановит. Ну вы поняли, короче, что я хотел сказать. Диффуза лучше в начале. Стрей, братик, дико извиняюсь, но трек реально качественный. Покупал, когда я имею деньги. БХС терпили. Я их не имею вообще, да. Скотина мелкая, там минимум. Попал купить. А чё не ставь? Дай сумп! Боже, какой ты воин! Я себе у него уже даггер. Кого? Аура? Да раз.
Сука, я его не вижу. Осуждаю дизраптора, забыдло словечки. Mind Control, спасибо еще за квест, блядь, а там 28 тысяч кто-то, я лечу, Ебать, я, видимо, какой-то донат пропустил еще от Куба Пади, потому что 28 косарей в топе, я что-то охуел. Когда еще 10 успел? Ебать. Было же видно меня. Да я что-то топанул, забыл. Если дашь стан... Спасибо за донаты, пацаны, я в ахуе. Привет, Усат. Хорошего стрима. Передай, пожалуйста, привет Денису из холодного Нижнего Арбиска. Я позже передам привет, если ты не против, братик. Я сейчас ничего не слышу. Давай после игры, в конце игры. Далеко не уходи. Спасибо за донат. Передам обязательно. Спасибо за поклон. Знаю, что ты не часто водишь машину. Но бывало ли у тебя такое, что ты с кем-то закусывался на дороге? Расскажи. А можем Морфа убить по-другому? Спасибо за донат! Вот эти хуйни. Такого ни разу не было. И ты стан проливаешь. Я все понимаю, о чем ты говоришь, но ты аргументировал это тем, что оно еще и стакается на 15 ЛВЛ с талантом. Ну, да, да, ну да. И как бы потом продавать его, чтоб купить более лучший артефакт, да. Не кажется, что это будет бит по твоему фану. Типа а его не нужно вида, продавать. Такое? Ты не подумай, я не спорю с тобой просто. Да нет, ты можешь со мной спорить. Так раз хорошо, что ты со мной споришь. Просто я тебе объясняю, его продавать, ну это одно и то же, вот я купил в райсбенды. То есть, понятное дело, когда у меня надо будет купить 5-6 слот, я эти в райсбенды продам. То же самое и диффуза. Ты их не должен продавать на 30-й минуте. То есть, когда ты купишь после диффузов там, ну, рандом. Дизоль, Линкенсферу, БКБ там, блядь, доедалус, бабочка, что угодно, похуй, что там у тебя может быть. И вот а когда его, конечно, у тебя уже засорить. Действительно не будет слотов под какой-нибудь топ-айтем, да, тогда диффуза можно продать. Но их вначале не нужно продавать, что они слишком дохуя дают. То есть ты же понимаешь, что ты на вивере с диффузами, ты получаешь... Будет статик шторм, будет статик. Ты получаешь 20 к ловкости, это 20 к скорости атаки. 20 к атаке, еще и атаку от, ну, урон от сожженной маны в виде 40 умножить на 0,8. То есть 32 урона ты будешь наносить, понимаешь? Дополнительные, еще с каждой подачи. То есть диффуза дают очень много урона, плюс ты еще ману выжигаешь. Зачем их продавать сразу? То есть ты их потом можешь продать, а может быть игра закончится до того, как тебе их придется продавать, понимаешь? Хорошо. Потому что обычно на 40-й минуте на вивере у тебя не будет 6 таких слотов, что тебе придется на что-то диффуза менять. Ну не бывает такого. Вот, по поводу пуджа там просили, пацаны. В следующей игре пудж вряд ли, ну типа, блин. Его ж порезали очень сильно, его как соло-мидера убили. Теперь у него нету регена хп нормального. Там есть защита от магии, но это полная херня. Вот, и Мотя, спасибо за сатыгу. Нет, у меня такого не было, никогда не закусывался на дороге, потому что... Ну, типа, блядь, когда ты едешь на 911-м Порше, с тобой никто закусываться не будет, поверь мне. Поэтому, как-то, вот видишь, на мою тачку просто пацаны не выебываются. Сейчас, секунду. П-
Спасибо за 1000. Октавиан Август, мне кажется, какой-то настал день сурка, ебать. Дагер. Ты вчера то же самое писал с таким же донатом. Спасибо за 1000. Приветствую, братик. Спасибо огромное за кусок. Был как из вариантов, типа ты подошел, звонял и все. Троллер контроль. Не добирайте его, потому что там терморф в лесу. Сейчас подтянется. Вот я на силу дам, но у меня такое ощущение, что где-то блядь, мины стоят тут. Иду. Мы можем забрать. Так, тут без флипа. Тьюздей был охуенный, кстати, от кого он был, спасибо. Ой, не-не-не-не, блядь. Добрый вечер, Стрэйч. Да ну, можно привет моей девушке, да ну, а точно у меня ее нет. Тогда похуй, буду просто посмотрю стрим. Пизда, блядь. Дурки вылез этот морф. Спрут, передай Ивану Павлюку, чтоб не давил наебали прыщи. СПС. Какой же он конченый. 15 есть, все нормально, давай, танчу. Первый. Все, да. Ой, хорошо. Там какая-то пиздец, а у меня своя игра на антимаге. Дамаг там сплитует, как раз Т3 ломает. Давайте душите, душите ДК, душите ДК, своя душите игра, блядь. Я знаю, что на антимаге делать надо. Че я вы сейчас глимсану, типа, у меня. Хорошо. Все, хорошо. Ломайте Т2, ломайте Т2. Шаем, давай. Пуш, ломай там. Ломайте Т2, идем сразу мидл, можем ломать. Ебать, у нас капитан тут. Капитанская дочь, ебать. Андрей, ВК, ВК, бей тавр, бей тавр. А я им сейчас может сломать быстро вот эту хуйню. Вместе сломаемся. 15 секунд. Все, давай, М. Вот это давай. Вот и все, ГГ, ебать. Ничего не сделал, ничего не сделал. Все нормально, нормально, несем, несем. Ну шо, террорюга, ебать. Доминировался? Урод. Тикшторм есть, но с этим все так. Нормально. Все, отойдем. Хотя, блять, можно и супербаша купить. Что мне мешает? Сколько он стоит, супербаш? 6200. Вообще, я думал уже Тараску купить и просто пойти закончить, но... С другой стороны, супербашер это не хуже Тараски. Тоже дает много хп, только еще и возможность ворваться. Бля, у меня опять тир один шмот там слота. Бля, я тише сделаю, что-то ебашит громко. Я не про начало говорю, а про глубокий лейт, играя на вивере, игра всегда затягивается, и обычно он всегда слабее других лейтеров, и поэтому я думаю, что фаз дизоли потом сплитить и пушить потихо, чтоб не затягивать, это будет вернее, а тем более, когда ему МС повысили на 2 скилля, от него никто не уйдет. Ща я позже отвечу, короче, ща я закончу игру и отвечу. Спасибо за донат. А, у тебя тоже урна. Я думаю, почему мне урна не засчитывается? Нам сэндвич. На экране на сегодняшний стрим. Вот сюда, прости, стреюшка. Обнял, приподнял чатик, поцеловал. Для вас, дружочки. Особенно для банана. БХС, БХС, БХС. Танчи, затанчи, под затанчи под экзорцизмом. Иди нахуй. Травоман был жестче, чем этот тип на телеге. Согласись. Джаггер под умом. Хотя был их осужда. И, да, привет, папка Стрей. Как сам? Бля, я не хочу драться, что-то тут. Все очень плохо получилось. А, мы без ВК были, лол? А, так мы без ВК были. Были без ВК.
Я же третий скилл прожал. Почему же ты от меня убежал? Давайте, Рошан, давайте. О, фрифраг. О, не, блядь. Ой, бля. Ну все, тебе жопа, конечно. Ну да, блядь, не повезло. Ебать, он держит сетки, он меня заебал. Почему меня держит? Без вариков. О, давай, бокалы мои. Соберитесь все уже, набейте им ебальники. Вы заебали, блядь, фармить. Блядь. Вот такой... О, Ваньша, ломай, ломай. Было глиммер прожать. Там это, нажали глиммер. Блядь, надо расту хейтить. Надо расту хейтить, пиздец, он заебал меня. У нас проблема то, что мы вместе не можем собраться. Вот и все. Вы, пацаны, вот антимат базарит, да? А вы, вам голос ничего такого не напоминает? Ту-труду. Блин, там нулифайер на антимагия. На антимагия, на джагере. Вот оно что, блядь. Ту-труду. Ебать, мы проиграем эту игру, кстати, я чую. С такой командой мы изи можем ебать. Что говоришь, Пуч? У нас проблемы с попытками собраться в Питер. Давно я вас гадал. Блядь, дайте мне шмотку, хоть тир 3. О, спасибо. Предлагаю вам... Там просто базарит, я не понимаю. Идемте вместе на Рошана, вместе, в пятером. Бля, я все время ходим в пятером, алло. Тут уже 28к, дядя, иди спать. Да тут пиздец какой-то происходит. Посмаками встаньте сюда. Сейчас, если здесь вас. Алло, ко мне, в пятером, блять! Алло! Привет, Стрей. А ты уже... Привет, чате. Расскажите, за что все так ненавидят Байнана? Поведайте. Расту фокусим первого. И распишись на стенке, пожалуйста, стену открыл https /bk.com/veryperechat. Спасибо тебе за твои стримы и за то, что учишь нас играть на своем примере. Люблю тебя. Полетели. Все, погнали. Правда со мной. Так, вот я вам... Все нормально, я развел на станы. Давай. Хорошо. ДК не надо фокусить. Там мины могут стоять. Мразь ебаная на раз. Все, так, Игачев, набил ебало. Он байбек. Ждем моего супербашера, еще раз убиваю раз. Я, конечно, понимаю, что у тебя Порше и вся хуйня. Но какая у тебя тачка мечты, помимо Порше и тех, которые у тебя есть? На самом деле, я всегда мечтал о Порше 911. Если что, вот серьезно. Поэтому сейчас у меня тачка мечты, брат. Другая не нужна. Куда ж ты его хукаешь? Раз, ты убейте нахуй. Добрый вечер, крысюк. Куда ты бежишь, блядь? Сюда иди нахуй. Здоровья тебе и твоим близким в это непростое время. Все нормально. А давайте в трон, давайте в трон. Ну изи, два раза раз ты уебал. Там можно и так, блядь. Потому что Раста заебал меня. Постоянно вот эти сетки, хексы.
Да, спасибо за игру. Спасибо за игру, пацаны. Все. Давай, удачи. Удачи, ребят. Я здорово! Фу, блядь, что происходит в этой жизни? В игре какой-то Раста меня дырявит, всю игру бегает, там хекс из сетки выдает. Так, надо минерычу репорта отвесить. Даже тут умудрился затянуть игру. Вместо 30-минутной была бы 23-минутная. Но, сука, из-за минера затянули. Так. Соло, спасибо огромное за 1000 рублей. Добрый вечер. Как настроение? Здоровья тебе и твоим близким. И в это непростое время. Братик, спасибо огромное за такие позитивные слова. Настроение пушка, как обычно. Ну как можно...